Всем добрый вечер или доброе время суток, кто в какое время смотрит. Хотела поделиться с вами такой красотой. Букет цветов. Всех хотела поздравить женщин с 8 марта, кто празднует этот праздник. Пожелать здоровья, весеннего настроения. Вроде обычные цветы, но они меня впечатлили своим ароматом. И к этим цветам в подарок еще шел такой пакетик. Сейчас покажу. С какой-то добавкой в воду. Наверное, чтобы они подольше стояли. Примотанный. Так интересно придумано. А еще у меня такой вот ужин. Салат с курицей. Попробую, что это такое. Спортсменки. Две бабушки бегут. Скорее всего, на поезд. Я как эти бабушки. Сонная. Спать хочу. Что-то я по привычке просыпаюсь, как будто мне на работу на 7 утра. Потом лежу, заснуть не могу, потом в последний момент засыпаю. Вот это так у меня сейчас перестройка в марте. Сегодня 8 марта. Полоска на лбу работала немного. Заехала в аэропорту немного погулять тут по пути домой. Просто посмотреть. Давно я тут не была. Магазины какие хочешь. Ко мне скоро приедет знакомая. Знакомая приедет из Украины. Получается, 3 числа. Думаю, куда сходить, что посмотреть с ним. Может, ей будет интересно и в аэропорту тут погулять. Думаю, сама посмотрю, что тут интересного есть такого. Какой-то сезон этих слоников. Они очень красивые. Не знаю, конечно, сколько они стоят. Но прям хочется себе такое что-то. Я, конечно, понимаю, что это пылесборник. Вот цены. Получается 10 сантиметров. 68, 15 сантиметров 145, 20 сантиметров 220, 30 сантиметров 450. Смешно. Все в сантиметрах. Но слоники прикольные. Разные. Наверное, каждый что-то обозначает своим рисунком. Тут огромный, конечно, аэропорт. Много этажей, куча магазинов разных. Есть где посидеть, покушать и погулять, смотря на каком этаже. Куча разных магазинов. Даже не хочу, честно говоря, сейчас в магазины никакие заходить. Работаю мало часов, расстраивает меня это. Продолжаю искать работу, продолжаю всех спрашивать. Завтра мне еще сказали там... Узнают за работу. Тут сейчас какая-то оптика открылась. Давно я тут не была, наверное. С разными ценами. Но, к сожалению, акций никаких, наверное, нету. Хочется очередные очки. Блин, мне надо это устройство, еще забыла совсем. Отправить по почте Sunrise. Сейчас увидела магазин. Забыла, надо было взять с собой эту коробку эту. Сейчас ажиотаж с этими цветами к 8 марта. Нарезают грязно. Все, покупают. Цены безумные тоже тут, скорее всего, на эти цветы. Но тут и комнатные, какие хочешь. Такие букеты. 59. Цены, конечно, космос на цветы.
разные сувенирные магазинчики с открытками, чтобы люди могли уехать и зайти себе тут купить что-то на память. Я сначала подумала, разбили слоника. А это так, наверное, оно задумано. Интересно. В виде дерева с разных сторон можно смотреть. Такие слон. Еще и красный. Прикольный. Я все так же боюсь летать, как и раньше. Вроде никуда не планирую лететь, но само нахождение в аэропорту, такие эмоции возникают, какого-то страха. Кстати, вот еще один слоник. Вот на заднем фоне со мной. Такой сверху потолок интересный в аэропорту и куча этажей, а там с той стороны вот стойки для регистрации разных авиакомпаний. Людей толком нету, ну смотря, наверное, какая авиакомпания. Многие вот прилетели уже с чемоданами, но тут же ж, помимо аэропорта, взлетных полос, тут же еще железная дорога. Ну, удобно, можно и посидеть, отдохнуть, подождать и прогуляться по магазинам, снять стресс. Интересный потолок, сверху светильники. Я себе так и не купила светильник. Мне надо светильник в мою комнату, где балкон. Наверное, на балкон тоже, чтобы вечером можно было посидеть. А все или очень хлипкое, непонятно какое, или очень дорогое. И не нравится мне такое, какой-то в старинном стиле, тоже не хочу. Короче, я такое... Зашла тут рядом Мигра, сейчас покажу, тут ажиотаж с цветами. Ажиотаж с цветами, не успевают их подставлять. Подносят, выставляют, новые забирают. Люди выбирают свежие, какие хочешь. Цветы разные, и такая мелкая роза очень красивая. А цены 25 франков за упаковку мелкой розы. Но розы очень красивые, реально. Сейчас резкость наведу чуть-чуть. Цвета красивые. И видно, что свежая прям вообще. Свежая-свежая роза. Орхидеи разные есть, какие хочешь. Смотрите, какие прикольные помидоры. Они прям какие-то как баклажанового цвета. Аромат от них стоит прям вообще. На работе увидела такой овощ. Маниок. Что это за маниок? Огромное. Что они с него готовят, делают, не знаю. Может, кто-то знает, расскажите. Вот такой вот какой-то черемоя. Что оно за черемоя тоже? Что это такое? Может, кто-то пробовал эту черемою? Паттайя красная. За 100 грамм 1,30. Ой, она тяжелая такая. Ну, прикольная. Интересно было бы попробовать. Шоколадный заяц и куча конфет. Яйца вот эти пасхальные. Пасхальные яйца к Рождеству. Ну, тут заранее это все выкладывают в разных упаковках, каких хочешь. И витрина такая интересная. Прям огромные стойки. Мы как-то с папой покупали
на юге Швейцарии. Забыла, как этот городок называется. Сырную тарелку очень вкусную в Мигросе. И я все в поисках, в надежде найти такое. Там такой выбор был сыра очень вкусный. Она была дорогая, но реально вкусная. С ассортиментом сыра. Сейчас такое не вижу. Наверное, похоже на вот эту. На такую. Сейчас цена на нее 11,50. Тогда, мне кажется, что-то было подороже. Или там было больше сыров. А вот как интересно, сыр так нарезан. Сейчас вам увеличу. Как цветком. Огромный выбор. Суши какой хочешь. Но, честно говоря, оно какое-то у них не очень вкусное. Не знаю. Вроде не сильно дорого. Но по вкусу они не такие, как в ресторане. Они не умеют заправлять рис. Невкусный рис. Тоже придумали такие подарки шоколадные. Красиво упакованные, интересно. Хочу очень вкусного чая. Но никогда не могу тут такого найти. Вот сколько хожу по разным магазинам. В основном все такое... Дома какой-то был черный чай у нас с чайной розой. Очень вкусный. Тут такого нету. Разные сладости. Типа безе. Всякая такая химическая штука. Тоже какая хочешь, жевательная. На любой вкус. Я не знаю, какие сейчас цены на колготки дома. Но тут цены 12 франков. Есть и вот за 10, там за 7,90 минимум ден. А так, конечно, хотя вот можно и за 4,90 найти. Не сильно дорогие. Интересно, какие сейчас дома цены? Наверное, которые самые-самые дешевые, там вообще качество ужас. Красивые искусственные цветы. Все для Пасхи, праздника. Можно так украсить красиво дом, даже салфеточки. Как к Новому году они придумывают интересные салфетки на стол, так и сейчас для Пасхи. На Пасху. Красиво очень. Интересно, зачем зубную пасту называть словом кандида? У меня это с грибком какая-то ассоциация. Зачем такое делать? Смотрите, какой ассортимент чемоданов. Обалдеть. Вот где надо было чемодан покупать. Тут, конечно, дорого, но какие они красивые. Качество, наверное, лучше, чем я купила в Отосе. Ну, в следующий раз уже буду знать, где покупать. Обалдеть. Прикольные чемоданы, боже. Я прям вообще в восторге от этих цветов. А вы же видите такого шоколадного зайца? 440 грамм, 5 франков. Полкило белого шоколада. Какого хочешь. Огромные зайцы. Ну, это... Мягкие такие, но они не совсем мягкие, они какие-то как бумажные, только плотные. Кстати, вот тут тоже есть эти подушки для спания в самолете под голову. Интересно.
цена за такую подушку, цена 12 франков, но я пощупала, они какие-то не очень плотные. Мне кажется, оно не совсем удобно. Тут какие хочешь цветы на любой вкус и цвет. Смотрите, какие шоколадные зайцы. Вот этот вообще посередине огромный. 2 килограмма. 2 килограмма счастья. 250 франков. Как вам такой заяц? Сегодня очень хорошая погода. Праздничная, к 8 марта. Прям вообще хочется гулять. Немного дачных таких участков. Любят они такие маленькие тут. В последнее время, чтобы хоть немного как-то экономить, стала я писать себе списки, что мне надо купить в магазине. Потому что часто очень захожу голодная в магазин. Всего хочется. А в итоге не все съедаю, а потом выкидываю в мусорник. И когда я заселялась сюда, мне одна из соседок испекла какой-то типа луковый хлеб. Ну, он мне не очень понравился. И он оказался такой огромный. Ну, я не ем столько хлеба. И получается, я его не использовала. Не знаю, куда его теперь деть, потому что если я выкину его в мусорник, я думаю, она будет тоже выкидывать туда мусор свой, такие отходы. Откроет и увидит. Птичек покормить. Времени нету, все время иду поздно. Разве что с утра, но тоже на поезд идти. И руки будут пахнуть луком, мне очень как-то хочется крошить эти его. Это такая у меня эта проблема с едой. Доброе утро всем. Сегодня выходной день. Ну, я бегу на поезд. Мне надо на работу. И как назло попросили выйти на 7 утра. Я вообще сонная, замученная. Спасибо всем за ваши лайки, за просмотры. Ботокса у меня нету. Губы не накачанные, там кто-то вопросы задавал. Вот бегу на работу, не накрашенная. Обычная, какая есть. Даже не успела себя нормально в порядок привести. Успела только умыться. Дерево светится. Люди отдыхают. Птички поют.